Так, и еще раз, всем привет, рада вас приветствовать. Сегодня будет презентация туристического клуба Intrusos. Кто-то уже о нас слышал, кто-то о нас еще не слышал, но сегодняшний день, я думаю, что для многих станет, возможно, ключевым. Кто-то захочет с нами путешествовать, кто-то захочет с нами сотрудничать. Хочу поделиться, в принципе, давайте познакомимся для начала. Меня зовут Анна, я маркетинг-директор этой компании. В компании я уже 2 года. За эти 2 года у меня был первый круиз мой по Средиземному морю, абсолютно потрясающее путешествие, которое запомнила и я, и мой ребенок, очень как яркое, незабываемое, потому что круизный отдых – это клиентоориентированный отдых, это за одно путешествие мы можем посетить сразу несколько стран, несколько городов. Но об этом всем сегодня мы не просто расскажем, у нас сегодня есть уникальная возможность не просто услышать где-то, как выглядит, что такое круиз. Кто подключился раньше, немножко видел фрагменты, да, где отдыхают наши партнеры, просто члены клуба, просто партнеры, туристы, неважно, да, как отдыхают люди на круизных лайнерах. Но сегодня у нас есть уникальная возможность увидеть, как отдыхают члены нашего клуба, наши партнеры в своем круизе. Я скажу сразу, что это не первый круиз наших партнеров, они сами себя представят. Первым хочу пригласить, чтобы ознакомиться, показать вам круизный лайнер, что это такое, Дмитрия Додончу, который сегодня, я думаю, что с удовольствием покажет нам, как выглядит лайнер, что это такое, и поделится своими эмоциями от круиза. Дима, ты с нами, ты можешь к нам подключиться? Я на месте. Я тут и готов вам рассказать и показать немножко наш круизный лайнер. И я нахожусь сейчас. Всем видно, все слышно? Аня? Да, я тебя слышу прекрасно, вижу замечательно. Отлично. Дима, переверни камеру горизонтально. Извините, да, правильно. Меня зовут Дмитрий. Я сам из Испании. Ну, родом из Одессы. Сейчас мы уже 8 лет проживаем в Испании с супругой. Для меня это 8-й круиз уже. Притом 7 круизов за счет круизного клуба. Я сейчас нахожусь на 16-й палубе MSC Euribia. Это новый лайнер. И маршрут наш – это норвежские фьорды. Мы сели на корабль в городе Киль. Следующая остановка была Дания, Копенгаген. И 3 норвежских фьорда. То есть сейчас у нас Нордфьорден. Это один из 10 самых красивых фьордов Норвегии. И следующий будет Флам. Вчера был еще один фьорд. Это Моль, так называемый, да. Сейчас я вам покажу немножко лайнер. Сейчас я переверну камеру. Один момент. И покажу вам. Вот я сейчас нахожусь на 16-й палубе. Видно? Вот такие виды. Нет, не видно, не видно. Секунду. Почему-то... Ага, все, я понял. Почему не видно? Вот теперь видно. Вот такая палуба. Наверху там у нас находится аквапарк. Вот такие виды. Смотрите. Вот на лодках. Мы сегодня на лодках. Вот таких, как виднеется вдали, если вы видите оранжевых. Это спасательные шлюпки лайнера. И на 200 человек они рассчитаны. Мы сегодня отплывали прямо на этих лодочках. Вот на причал. Выходили гулять. Вокруг прекрасные такие вот горы. Зеленые. Здесь беговая дорожка прямо на лайнере. Лайнер сам длиной 350 метров, поэтому здесь можно бегать. Видите, одна дорожка для ходьбы, другая дорожка для бега. Сейчас я вам покажу зону с бассейном, где находится спортзал и также один из ресторанов тоже с шикарным видом. Сейчас все из лайнера вышли, люди в основном на экскурсии, мы уже вернулись. Вот здесь, ну, как бы у нас есть несколько открытых бассейнов. Сейчас я вам один из них покажу. Есть также закрытые бассейны, джакузи с горячей водой прямо на открытом воздухе. Кому прохладно, может джакузи принимать внутри. Вот посмотрите, такой вот бассейн огромный. На фоне гор, на фоне норвежских фьордов. Здесь у нас фитнес-клуб. Вот, ну, может быть, затемненные стекла вам не очень хорошо видно, но там беговые дорожки, все, что необходимо. А чуть выше, вот как бы второй этаж, да, это у нас ресторан и бар. Тоже с шикарным видом. Вообще, круизный отдых считается элитным отдыхом, потому что действительно, как бы все, во-первых, все включено. Во-вторых, сама атмосфера на лайнере
и начиная с дизайна интерьеров, очень шикарно, и заканчивая тем, как относится персонал к гостям. Очень доброжелательно. Вот, кстати, джакузи, видите, на воздухе. И вот такие, виды такие просто фьорды. Завораживает. Да, очень красивые виды. Притом лайнер заходит вот как бы в этот порт. Два часа он проходит фактически через вот такие горы, через такое ущелье. И вид просто потрясающий. То есть можно снимать. У нас еще каюта с балконом. То есть вы можете даже просто не выходя из каюты, наслаждаться свежим воздухом, такими шикарными видами. Отдых просто потрясающий. Программа очень насыщенная. С самого утра здесь буквально расписаны каждые полчаса. Есть любые занятия, там и йога, и танцы, и просто вы можете сидеть, наслаждаться живой музыкой в разных барах. Здесь около 12 разных ресторанов. Вот такие виды у нас. Ребята. Ребят, включайте звук, пожалуйста. Отдых действительно. Так, это мой 8-й круиз, и я вам могу с уверенностью сказать, что ну, для меня это самый лучший отдых, который я хочу, извините, хочу возвращаться снова и снова. Просто удивительные и шикарные возможности. Согласна с тобой, Дима. Спасибо тебе за то, что ты в своем отпуске все-таки ну, показываешь нам эти красоты, делишься с этим с нами. Я просто, пока ты показывал, читаю чат, что супер, просто рай. Уверена, воздух супер, шикарно, хочу. Ребят, все, по-моему, вот такой круиз хотят, ну, наверное, 80% людей, которые как-то раз слышали о круизе, да, все мечтают попасть на норвежские фьорды. Я знаю, что это не ваш не первый круиз, тем более не первый круиз в общем и не первый круиз по норвежским фьордам, и я думаю, что даже и не последний по этому маршруту. Да, это наш второй круиз уже с моей супругой по норвежским фьордам. Немножко маршрут другой. В прошлый раз у нас был заход в столицу Норвегии Осло, а также было, ну, тоже был Копенгаген, и было два фьорда. То есть это семь ночей, из которых, получается, мы сели в Киле, потом Копенгаген и три фьорда. То есть четыре захода в порт, два дня в море, обалденная и культурная программа, шоу-программа, театр. Мы каждый вечер ходим в разные локации, смотрим различные шоу. Просто великолепно. Хорошо, всем советую, спасибо, ребята. Большое. Да. Спасибо тебе большое, Дима. Я знаю, что недалеко от тебя, но уже непосредственно внутри лайнера находится Ева. Ева, можешь к нам подключиться? Покажи нам, где ты находишься. Что всем интересного? Привет, привет. Я нахожусь, меня видно, слышно. Я Ева Додонча, региональный директор компании Incruises. Пока вам об этом ничего вам не говорит, но я сегодня нахожусь в 16-м своем круизе от круизного клуба Incruises по норвежским фьордам вместе со своим мужем. Между прочим, этот круиз мне подарила компания, об этом чуть-чуть позже, но я сейчас хочу вам показать, что происходит в живом времени на лайнере внутри. Лайнер очень-очень красивый. Это, и вы знаете, я сейчас говорю, у меня мурашки по коже. Это лайнер MSC Arabia. Это новейший лайнер, который вышел только этим летом. Посмотрите, какая лестница Сваровски. Я буквально позавчера здесь ходила в шикарном вечернем платье. Это уникальная возможность для нас, девочек, надеть свои красивые платья и насладиться таким шикарным отдыхом. Сейчас покажу изюминку этого лайнера. Это LED-потолок, который 100 метров, представляете, 100 метров. И здесь каждый день проходят интерактивные шоу. Я прям туда сейчас иду. Дима, наверное, сказал, я повторю, что это отдых по системе, все включено. Один раз вы зайдете на лайнер и забудете вообще о том, где вам покушать, потому что здесь очень много ресторанов, чем развлечься, потому что здесь очень много развлечений на этом лайнере. И каждый день, сейчас уже покажу быстренько, есть программа. Так, вот программа. Что происходит на лайнере, daily program, вы просто выбираете, обратите внимание, сколько всего на лайнере. За один день даже все не успеваешь посетить, но мы стараемся. Театры шикарные, дискотеки, вчера была silence party, сегодня tropical party, вечеринка в белом, elegance day. На самом деле круизный отдых для меня самый-самый любимый. Здесь зона магазина beauty free,
Здесь всевозможные разные кафе, которые мы тоже еще не успели пока обойти. Обратите внимание, какая красота! Можно об круизах говорить очень-очень долго и долго, чтобы не занимать ваше время. Мы расскажем, как можно ходить в круизы с очень крутыми скидками, даже бесплатно и даже при этом зарабатывая. На сегодня. Спасибо, спасибо тебе, Ева, большое, что ты с нами поделилась этими эмоциями, показала нам всю эту кухню изнутри, как говорится. А сейчас все-таки хочу более подробно рассказать вообще, да, почему, я думаю, что мы закрыли вопрос, почему круизы, почему мы так любим, почему мы хотим круизы, потому что посмотрите на эту роскошь, которая есть, также это и виды, также это и сам лайнер, очень все прекрасно, классно и доступно. На фразе «доступно» хочу остановиться, потому что сегодня круиз можно забронировать несколькими способами, и мы, представители, партнеры, представители компании Incruises, мы хотим поделиться тем, как можно забронировать круиз через нашу платформу и вообще, что, кто мы, да? Кто мы такие, почему мы так хотим рассказать вам про нашу платформу. Я сейчас покажу, собственно, как выглядит. Сейчас, секундочку. Не тот момент. Вот так. Так, как выглядит, собственно, сайт нашего бронирования, самостоятельного бронирования круизов? Люди, которые вас пригласили на эту презентацию, вам обязательно дадут ссылку на этот сайт, где вы можете посмотреть все круизы, которые у нас есть. У нас в базе достаточно большое количество круизных направлений. Это 20 тысяч плюс, это любые варианты. То есть у вас будет вот такой, так выглядит сайт, где вы можете увидеть количество людей, которые зарегистрированы на нашей платформе. Видите, что их больше миллиона. Видно, да, скажите, пожалуйста, экран видно? Отлично. Вот такое количество партнеров в нашем клубе, почти 300 тысяч, да. 205 стран сотрудничают с нами тоже, и это не предел. Еще, что немаловажно, сайт очень простой и понятный в использовании. Сайт может быть сайт переведем на 17 языков. То есть это английский, испанский, даже каталанский есть. За 2 года я не видела, что здесь каталанский есть. Русский, украинский, то есть вы можете зайти на сайт, перевести его на любой комфортный вам язык. Как им пользоваться? Что здесь интересного? Сайт достаточно простой, как я уже сказала, и забронировать круиз здесь может абсолютно каждый. Здесь не нужно иметь как-то там 7 пядей во лбу, как говорится, знаете. Так, вот здесь у нас есть такая плашечка, да, где мы видим, где мы можем посмотреть круизы и посмотреть отели. Так как мы туристический клуб, не только круизный, у нас есть в базе и круизы, и отели. Также можно это сделать. Это сделать все. Так, у кого-то звук. Так. Так. Ребята, у кого звук, потому что я в полном экране и не могу видеть. Спасибо. Выключили, да? Так, продолжим. Чтобы забронировать круиз, не нужно иметь какие-то особые таланты, да, вы заходите в поиск круизов, выбираете круизное направление. Круизных направлений у нас тоже очень много, от Африки до по всему миру, до кругосветки, но самый такой распространенный маршрут, по крайней мере для меня, это Средиземное море. Тут же вы выбираете, в какое время вы хотите. Я сразу скажу, что забронировать круиз у нас вы можете на 2 года вперед, то есть до сентября 2025 года у вас все круизы в доступе. Давайте, к примеру, посмотрим круиз на декабрь месяц по Средиземке, как это все сделать. Также там есть круизные линии, которые вы можете выбрать. Декабрь месяц у нас уже предлагает 50 вариантов только на декабрь, а вы посмотрите, какие есть интересные предложения еще. Тут же вы можете выбрать, посмотреть порт отправления. Я живу в городе под Валенсией, то есть я могу выбрать либо Барселону, либо Валенсию, чтобы даже никуда не ехать. Ну, оставим, допустим, все варианты. И посмотрим, какое количество круизов нам предлагает наша платформа. Достаточно большое. Также вы можете выбрать определенный круиз, добавить его себе в избранное. Вот, собственно, как я и сделала, потому что как раз мне этот круиз и нравится. И давайте мы его посмотрим. Здесь вы увидите, цены сейчас прогружаются. Видно, не видно? Так, да, есть. То есть здесь вы можете посмотреть цены, посмотреть маршрут. Шикарный вообще маршрут. Барселона, Пальма де Майорка, День в море, Палермо.
Рим, Савона, ну, шикарный, шикарный вообще очень, очень классный маршрут, лайнер новый, 19-го года, где я думаю, что очень много всего интересного от компании Коста. Также вы видите цены, внутренняя каюта, каюта с балконом и так далее. Допустим, вы хотите забронировать этот круиз, вы нажимаете на кнопочку и выбираете. Схожу сразу, цены, которые вы видите в начале, у вас рассчитаны сразу на двоих человек. То есть если вас путешествует больше, вы добавляете здесь, допустим, детей, там двое детей или без детей, или там трое взрослых, и компания вам сайт пересчитает. То есть так, допустим, мы смотрим. Скажите, пожалуйста, пишите в чате, понятно, непонятно, может быть, какие-то вопросы, я буду останавливаться и повторять. Так. Продолжим, да? Нам сайт выдает сразу несколько вариантов, то есть это внутренняя каюта за вот такую вот сумму, то есть $1180 на двоих. Но хочу сразу сказать, что от нашей компании, от нашей платформы, будучи членом нашего клуба, вы будете иметь еще 25% скидку. Об этом мы скажем чуть-чуть позже, расскажем и покажем. Также внутренняя каюта, каюта с видом на море, каюта с балконом, как раз такая каюта, в которой сейчас отдыхает Ева с мужем. И здесь мы переходим, уже смотрим, бронируем, выбираем, заполняем уже фактуру, где сейчас мы этого уже не делать не будем. Я пока не собираюсь бронировать здесь. То есть тут понятно все, думаю, да? Так, вижу, что понятно. Окей. Что ж, давайте тогда продолжим уже, собственно, по самой презентации. Кто мы такие, мы уже плюс-минус рассказали, да, мы с платформы самостоятельного бронирования, где у нас собраны самые, самые выгодные, самые лучшие условия для бронирования круизов, круизов и отелей. То есть тоже что? Что такое? Так. Я не понимаю, или подвисает, или что? Скажите, пожалуйста, видно экран или нет? Видно все. Видно, да? Отлично. Сейчас, секунду. Все, отлично. Как я уже сказала, у нас большой выбор круизов, также и отелей. Но чем мы интересны? Собственно, тем, что мы закрытый членский клуб, и работаем мы по приглашению, и работаем мы по членству. Для того, чтобы иметь дополнительные скидки и самые выгодные условия бронирования, вам нужно быть членом клуба. Что такое быть членом клуба? Сегодня с вами поделится об этом наш партнер. Юлия, я попрошу тебя, ты готова с нами поделиться и рассказать нам, что такое быть членом клуба InCruises? Да, я здесь. Всем привет. Итак, как меня слышно? Слышно, видно? Слышно, видно, да. Да, что-то я не вижу. Себя не слышу, не вижу. Итак, всем привет. Меня зовут Юлия Шолох. Я являюсь независимым партнером компании InCruises. И хочу рассказать вам сегодня, что же значит быть членом нашего клуба. Да? У нас совершенно простая клубная система. Давайте приведем такой небольшой пример. Например, мы все знаем, что есть такие фитнес-клубы, есть гольф-клубы, и для того, чтобы пользоваться услугами фитнес-клуба, мы платим членство, да, это, как бы сказать, абонемент. То же самое происходит, когда мы хотим пойти в гольф-клуб, мы тоже платим абонемент, оплачиваем. Также и у нас, если вы хотите откладывать себе на путешествие, то в каждый месяц $100 без долгосрочных контрактов. И еще немаловажно, за каждый платеж $100 у вас будет 200 бонусных баллов. Все эти бонусные баллы вы можете потратить, когда накопите, на свои личные путешествия при бронировании у нас на платформе. Срок действия бонусных баллов, он не ограничен.
И еще, давайте вот смотрите такой небольшой пример. Да? Например, вы являетесь членом клуба уже 4 месяца. Первый месяц вы внесли $100, вам компания их удвоила, и получилось у вас 200 бонусных баллов в вашем кабинете. Второй месяц снова $100 и снова плюс 200 баллов. Так происходит третий месяц, четвертый. В итоге и по истечении 4 месяцев, например, у вас уже в вашем личном кабинете 800 бонусных баллов. Активные члены клуба могут использовать свои бонусные баллы для прибронирования своей доплаты половины своего круиза. Да? И сейчас на небольшом таком примере допустим, что круиз стоит $1600. Да? И мы с вами его бронируем. То есть половину этого круиза мы с вами оплачиваем доступными бонусными баллами. В нашем случае это 800, потому что мы накапливали 4 месяца, и компания нам их удвоила. И вторую половину мы оплачиваем собственными средствами со своей банковской карточки. Что мы видим в итоге? Что круиз, который стоит $6600, обошелся нам всего лишь в 1200. Экономия $400. Почему такая экономия происходит? Потому что нам компания удвоила наши $400. Мы всего лишь проплатили $400, а у нас было 800. Отсюда и скидка в 25%. Но это еще не все. Благодаря бонусным вознаграждениям Incruises расширяет возможности для бронирования круизов. И поэтому платежи, которые вы совершаете своими собственными средствами, возвращаются вам кэшбэком в полном объеме на карту для того, чтобы вы могли бронировать в дальнейшем свои курорты и отели тоже на нашей платформе самостоятельного бронирования. И я еще хочу сказать, что каждый бонусный балл, он приравнивается к $1. Но еще немаловажный момент, что наши все членские взносы под защитой, а защищает у нас их, это мировая страховая компания Trust My Travel. То есть, когда мы с вами проплачиваем ежемесячный свой платеж $100, нам на электронную почту приходит такое письмо с сообщением, что наш платеж застрахован компанией Trust My Travel. И в маловероятном случае, да, там банкротство Incruises, все наши накопления, которые мы не использовали в компании, например, Incruises, они подлежат возвращению этой компании Trust My Travel. Но наша компания, мы не только можем с вами бронировать свой, а хотите еще больше получать от своего членства в клубе? А что, если ваше членство могло бы быть бесплатным или даже открыть вам новые двери или новые возможности? Ну, а об этом сегодня вам расскажет Анна Родонюк. Аня, тебе слово, и мы тебя послушаем. Спасибо. Сейчас мы продолжим. Я тут, пока ты рассказывала, читала немножко чат и хочу сразу ответить на несколько вопросов. Сколько длится круиз? И что вот, да, мы так поверхностно поговорили про круизы. Круиз может длиться от 2 дней, от одного, от, допустим, я даже видела круиз, который стартует с Барселоны в Марсель, и все. То есть сутки можно переночевать на круизе, а также может быть это полный. Полное кругосветное путешествие, которое длится, по-моему, там 196 дней, если я не ошибаюсь. То есть круиз – это в зависимости от ваших желаний. И еще вижу вопрос, за детей в круизах нужно доплачивать, есть ли лайнеры, на которых детям до 18 лет бесплатно? Да, есть лайнеры компании MSC, которые тоже есть на нашей платформе, которые есть в нашей базе. Как раз от этой компании сейчас Ева с мужем и находится в своем путешествии, где дети до 18 лет идут бесплатно, за них оплачиваются только портовые сборы. То есть налоговые сборы, которые вот оплачиваются в каждом порту, но опять же это все происходит при бронировании, в моменте бронирования. Так, и что-то, сколько длится круиз, рассказала, видно так. И вот тут самый такой вопрос, вам люди на работу нужны,
такой немножко с таким вот еврейским намеком, да, люди всегда нужны. Как мы уже сказали, что мы реферальная компания, да, мы туристический клуб. И Юля нам рассказала то, что можно быть просто туристом, просто выгодно путешествовать в нашей компании. Что это значит? Иметь скидку в минус 25%, накапливая на свои путешествия, да, откладывая. Система членства, все понятно. Да? Можно быть просто туристом, ничего нет. Но давайте будем честными. Все мы, когда куда-то едем или планируем куда-то ехать, мы делимся этими эмоциями, делимся своими планами, мы рассказываем о том, что я хочу поехать, вот у меня в декабре, например, день рождения, я планирую в декабре отправиться в круиз, и, допустим, я сейчас не партнер клуба, а просто вот как вы, как наши гости, которые смотрят и думают, что я хочу отправиться в круиз. И я вспоминаю, что у меня есть несколько друзей, с которыми бы я хотела отправиться в это путешествие, или которым бы я порекомендовала отправиться в круизное путешествие. Так вот, что значит быть партнером и что значит работать в нашей компании? Это приглашать, рассказывать, делиться эмоциями, показывать то, что сделали сегодня Ева со своим мужем Димой, показали нам, что такое лайнер, да, рассказали нам об этих возможностях, и мы, я уверена, что сегодня будут люди, которые готовы принять решение и тоже хотят отправиться в это путешествие. Так вот, первый бонус, который дает вам партнерская программа, это бесплатное членство. Когда вы пригласите в нашу компанию, в нашу дружную семью, в наш клуб путешественников, 5 своих друзей, знакомых, коллег по работе, просто людей из интернета, да, я уверена, что сегодня есть люди, которых мы приглашали просто через Инстаграм, Фейсбук, ТикТок, разные есть сервисы, социальные сети, где мы делимся своими эмоциями, где люди сами пишут: «Вау, вы в круизе, расскажите, как туда попасть?» Потому что я думал, что это очень дорого. У меня много было таких ситуаций, когда мне писали, что «Ого, круиз, это же так дорого!» Вы видели цены? У нас цены самые прямые. Вы такую же цену увидите и у официальных источников, на официальных сайтах компании MSC, Costa, но у нас есть еще скидка в минус 25, о которой говорила Юля, это о партнерстве. Так вот, когда вы приглашаете 5 человек, 5 своих друзей, знакомых, да, вы становитесь безоплатным членом клуба. То есть те $100, которые вы ежемесячно оплачивали за свое членство в клубе, вы уже оплачивать не будете. За вас их оплатит компания, но уже не в размере не $100, а вам на счет будет положено 200 бонусных баллов. Мне компания за 1,5 года положила уже на счет 3200 получается. Каждый месяц мне компания дарит по 200 бонусных баллов на мои путешествия. И скажу больше, что следующее мое путешествие будет полностью оплачено компанией, потому что помимо того, что у нас есть разные дополнительные еще бонусы, вне зависимости от бесплатного членства, и я об этом еще позже расскажу, для постоянных клиентов по системе рынка, да, все мы знаем, что есть такие там системы лояльности, когда вы в клубе компании, в клубе находитесь более 2 лет, то есть вы делаете более 24 платежей, в моем случае эти платежи делает за меня компания, я могу оплачивать свой круиз уже полностью бонусными баллами. Как это происходит, вам более подробно расскажут люди, которые вас пригласили сегодня на этот вебинар. Мы не будем затягивать так прям всем подробно очень, но такая функция тоже есть. Это для постоянных членов клуба. Такое дополнение есть. Помимо того, что приглашая людей в компанию, в команду, помимо того, что вы можете обрести вот это бесплатное членство, не оплачивать свои $100, также за каждого подключенного вами человека вы будете также получать денежные вознаграждения. То есть этот ваш вопрос, люди на работу нужны? Нужны. Вы приглашаете людей за каждого подключенного вами человека, члена-партнера, туриста, просто туриста или туриста-партнера, вы получаете вознаграждение от 20 до $60 за каждого. То есть более подробно тоже об этом мы будем уже говорить на личных консультациях, чтобы вы понимали, как и сколько вы можете зарабатывать. Потому что выплаты в компании достаточно щедрые. Это такие первые бонусы, да, это у нас несколько видов бонусов, об этом мы тоже будем говорить более подробно. Сейчас, так что вы ознакомились,
Опять же, хочу порекомендовать вам все-таки попросить у тех людей ссылку, кто вас сегодня пригласил на этот вебинар, чтобы вы могли также самостоятельно посмотреть и маркетинг-план, и направление круизов. 5 видов дохода есть в компании. Также несколько платежных систем есть в компании, которым вы можете переводить ваши заработанные вами средства. Это вы можете заказать себе карту Visa, куда вы будете получать ваши деньги за ваши активации и так далее. То есть это все есть. Опять же, вернемся к вознаграждению. Помимо бесплатного членства и мгновенных выплат, вы можете зарабатывать от $20, я сказала, до 60 на мгновенных выплатах, но сумма ваших доходов может быть очень и очень высокая. Первый бонус – это бесплатное членство. Второй – это первый такой ранг, уже более серьезный. У нас в компании есть несколько рангов, об этом тоже сейчас расскажу. Но в первый же месяц, когда вы заходите в компанию партнером и принимаете решение делиться этой информацией, делиться информацией о клубе, вы можете заработать такой бонус, как быстрый старт. И я вам сразу скажу, что в среднем быстрый старт – это вы можете за месяц иметь доход в размере, ну, почти там $1500. Об этом тоже более подробно просчитывать нужно каждую возможности. И тоже такой момент, когда вы открываете первый ранг компании, опять же, ваши путешествия будут полностью бесплатными. Вот если помните, Ева вначале говорила, что это ее 16-й круиз, и он полностью оплачен компанией. Так вот, почему оплачен компанией? Потому что она уже в ранге регионального директора и зарабатывает уже, в принципе, очень неплохой доход. Вы можете сейчас увидеть нашу радугу зарплат, так называемую. Первый ранг – это маркетинг-директор. Это, в принципе, невысокий, но все-таки доход. Но и также, если вы получите хороший, если вы возьмете быстрый старт, этот доход будет больше. На сегодняшний день ранг сеньор-маркетинг-директор, это где зарплата может доходить до $2000. И ранг нашего регионального директора, это оранжевенькая полосочка, это наша Ева, которая на сегодняшний день собрала команду почти в 500 человек по всему миру, по Европе, по миру. И ее доход сегодня, как вы видите на экране, видно, не видно, думаю, что видно, составляет $5000. Также есть люди, которые зарабатывают еще большие деньги, также вы это можете увидеть на этой радуге зарплат. Вот что значит быть партнером компании Incruises. Давайте все-таки подытожим, или есть вопросы, пишите, пожалуйста, в чате, что понятно, что непонятно в плане члена клуба, что значит быть просто туристом, да, и что значит быть партнером. Думаю, что это было понятно, нам все объяснили. Так, вопросов в чате не вижу. Окей, давайте тогда подытожим. Что значит быть членом клуба? Это быть туристом клуба. Что значит быть членом-партнером? Это нужно быть туристом, путешествовать и также приглашать людей рассказывать об этой уникальной возможности. Чтобы стать членом клуба, вы делаете первую активацию, первая активация, которая стоит всего $200. Из этих $200 у вас 100 идет на активацию, и эта активация засчитывается на голубую карту, которую нам рассказывала Юля, которая идет, на которую вы в дальнейшем получаете кэшбэк от ваших путешествий. И $100 – это первый взнос, первый месяц членства, из которых вы сразу вы получаете 200 бонусных баллов. То есть за активацию в $200 у вас тут же на счету в вашем кабинете уже будет 300 бонусных баллов. Это 100 активация на бронирование, скидки бронирования отелей и курортов и быть на бонусные баллы уже удвоенные на бронирование круизов. Тут понятно, да? Так, вижу по чату, что понятно. И второй вариант – это быть членом и партнером клуба. То есть партнерская система, партнерская программа, она рассчитана на полгода. В дальнейшем вы хотите ее продлевать. Естественно, когда вы заходите, вы уже получаете, приглашаете людей, получаете бесплатное членство, вы получаете бонусы от компании, конечно, хочется больше. Конечно, хочется больше возможностей, и продлевать свою франшизу в $95 не составит труда через полгода. Но что вы имеете за эти $95? То есть когда вы вступаете как член-партнер клуба за 295? Вы имеете полностью персонализированный кабинет, в котором у вас есть все инструменты для работы, в котором у вас полностью собраны все маркетинговые планы,
обучение, где командное обучение и так далее. То есть у вас есть приложение, у вас есть корпоративная почта, полностью все руководство действует для того, чтобы развивать и продвигать этот бизнес. То есть итого, когда вы принимаете решение стать членом-партнером клуба, у вас к оплате идет $295, из которых 200 – это идет ваше членство, и 95 – это ваша партнерская программа. То есть давайте сразу проговорим, даже когда вы заходите членом-партнером, оплачивая свои $295, не забывайте, что у вас на счету сразу будет 300 бонусных баллов на ваше путешествие. Через месяц вам придет следующая оплата, если вы к этому моменту, заходя членом-партнером, не закроете свое безоплатное членство, то есть не подключите 5 людей, хотя... Это вполне возможно сделать, да, и у нас у всех есть знакомые, друзья, коллеги и так далее, которые так же, как и вы, любят путешествовать. А, как говорится, пример заразителен, и когда мы видим, что кто-то путешествует в круизах, тоже хочется туда отправиться. Поэтому мы делимся информацией, сегодня мы делимся этой информацией с вами и приглашаем вас к сотрудничеству, к тому, чтобы путешествовать вместе и зарабатывать вместе. Так, скажите, пожалуйста, какие есть еще вопросы, что непонятно, возможно, по членству, по партнерству? Так, откроем пока чат. Еще разок покажите лайнер. Смотрите, сейчас, секундочку, из Беларуси могут зарабатывать, иметь доступ к клубу. Да, из Беларуси тоже люди зарабатывают, тоже люди путешествуют. Все это возможно. Так, смотрим чат. Так, еще раз. Супер предложение. Да, я тоже, когда я впервые услышала об этом предложении, изначально меня очень сильно подкупила возможность путешествовать, потому что отправиться в круиз сегодня кажется, что очень просто, но не совсем, потому что даже когда вы пойдете в турагентство, вы увидите цены, они все равно будут не итоговые. К этим ценам вы все равно еще доплатите страховки, какие-то дополнительные расходы и так далее. У нас же самые прямые цены. Почему мы так ценимся и почему на сегодняшний день круизный клуб, он занимает самые топовые ступеньки в рейтингах клубов путешественников, вообще в принципе клубов. Потому что система продумана настолько прозрачно и понятно для каждого. Вы видели платформу, насколько просто забронировать круиз. Также вы видели сами лайнеры, да, как это все выглядит и как люди там отдыхают. Также кто подключился чуть раньше, видел это настроение круизеров, которое тоже очень подкупает и очень заражает. Так, слышала, что скоро можно будет... Да, вот сейчас спасибо, что написали. Слышала, что скоро на сайте можно будет бронировать экскурсии. Так, сейчас, секундочку.